Эта дрянь уже не только в Финляндии. Она по всей Северной Европе расползается. Компания Виктора Бутырина. Которого ты закрыл 20 лет назад как раз по наркоте. Ян, ну помоги ты нам. Ты должен нам помочь. Тебе опять понадобился смертник? Я с ним работать не собираюсь. С момента вашего появления в городе убито уже двое гражданских. Причем из одной и той же снайперской винтовки. Ты уже по уши в деле, понимаешь? В моем деле. И тебе назад дороги нет. Да, не думал, что так выйдет, когда тебя вызывал. Похоже, мы с тобой запустили какой-то механизм, который людей перемалывает. Отпусти ее! Его дочь в заложниках у Бутырина. Единственная возможность спасти ее – это начать с ним торговаться. За мной гонятся и менты, и бандиты одновременно. Столько лет прошло, ничего не меняется. «Бывших не бывает». Премьера с понедельника в 20:00 на НТВ.